Привет, народ. Лагерь просыпается потихоньку. Через 45 минут у нас выезд на озеро. Нет предела совершенству, а в шерпе готовят кофе. Сейчас попробуем. Никогда не готовили. Да-да, алькантара. Как мы сидим? Доброе утро. Мальчик маленький сидит в коридоре и говорит: вам здрасте, вам нет, вам здрасте, вам нет. Все, здрасте, ну и сели за стол. Он говорит: мальчик, а что, говорит, вот ты говоришь, говорит, вам здрасте, вам нет. Он говорит: папа сказал, говорит, сегодня будет много гостей, говорит, каждый второй мудак. Так, ну что? Ну что, вперед, будем прорываться. Там же колонны, идем как шли, да? Да. Давай, Гер, я с тобой. Такая, ребят, ГТС-ка в монастыре. Аппарат отличный. Ну так, ребят, в монастырь нас не пустили, говорят, нет благословения. Ну что ж, поедем мы на рыбалку тогда. Все, можем ехать дальше.
Отпустите меня, пожалуйста, обратно к себе. А то меня тут в плен взяли. Теперь есть трезвый шашлычник, трезвый водитель, трезвый подносильщик, трезвый рыбак. Проезжайте вперед вдоль берега. Самое. Сейчас будем вход в лес искать. А? Вход на болото будем искать здесь, по берегу. Нам надо в лес уходить. Сейчас мы встанем, развернемся и будем снимать. Вот здесь поднимайся и вот между деревьев туда выходи. На болото выходите. Люк закрывай, а то дерево какое-нибудь упадет на голову. Ну что ж, все поднялись, все заехали, все нормально. Здесь их очень много. Четыре пара.
это самое. Ну что, вот в принципе мы на озере, сейчас выставляемся, где будем ловить, ну как, симпатяло. Так, ребятки, приехали на рандозеро мы. Будем ловить рыбу. Вот лунки, Миш. Все, ребят, приехали, вот лунки есть старые. Ну, наделайте новых вы, это, силы богатырской много, так что бурить. Можно даже этот шуруповерт не включать. Не надо. Да, схватил его и бегаешь вокруг. Пьянки заметен не был, но по утрам кинул воду. Жадно. Вадим, даже может, так рыбу поймать? Нет. Чисто. Бей, Ген. Ген, кончик опускай эту, значит, ее. Тушеночка из косули. Нету и утка, и индейки, и мясо, и бургеры. А кто жарит-то? Давай я сделаю. Не-не-не. Нет, дорожак, это мой любимый дело. Я понял. Это. Я на быстро прям. Протягивай, Андрюх, дальше. Ребят, выходим на лед и по льду вдоль берега идем. Паш, ты же у нас крайний идешь, да? Да, если что, кто-то отставает или еще что-то, в рацию кричи.
ребят, Гена боится. Ребят, падаем в воду и идем направо. Слава Богу, просто слева, вообще. Чуть-чуть, порядок. Я так близко. Близко друг к другу не подходите, когда проваливаете. Сюда уходит, сюда. Ребята, к нам идем, в нашу сторону. Вперед, вторая передача и полный газ. Давление 40-60 где-то. Спускайте давление, если можете. Да, вот так проходят курсы молодого бойца. Народ первый раз выходит на лед. Ровно на лед обеими колесами должен попасть. Отойди, Вадим, отойди от кромки. Вот так,
Не надо, сейчас все туда не спускайтесь пока. Так, рискуя жизнью, стою на льду. Все для вас, делаю вот эти кадры. Давай. Оп, держись на тормозе. Ой, красавец! Никита! Ты себя не видел сейчас? Так, впереди еще одно водное препятствие. Тихонько в него спускаемся. Тихонько. И потом также выезжаем. Вот это опять, вот разворачивайтесь прямо сразу. И вперед. Вам практика нужна, потому что вы с водой это самое. Вообще, с вами не работали. Со льдом не было, да? У меня? Ну да. У меня не ездили. Уже был. Было уже по льду? 10 минут. Провалишься здесь все равно. Ну да, так хотя бы провалюсь. Попробуй, но тормоз тогда не нажимай. Не тормози, когда начинаешь проваливаться в лед. Газ пол должен быть, чтобы морда поднялась. Да? Да. Закрывайте окно и потихоньку поехали. Ну вот они поехали, сейчас да, будет проваливаться. Можешь по этой льдине проскочить. Может попробуй, может получится проскочить. Окно закройте только. Оп. Все разломал вам нафиг. Рука дрожит. Так вышли бы, адреналин вытряхнули, что? Не-не, надо всем пройти. Завтра будет вообще учение. Часа два я вас буду гонять по льдам этим. Так что надо. Не перевернется ни боком, ничего. Он одним колесом на льду идет. А другим в воде он ничего не будет, не бойтесь. Не бойся, не бросай газ. Твоя задача коснуться льда двумя колесами одновременно, когда ты начинаешь заходить. Если ты заходишь одним колесом, то его разворачивает и все. Следующий. Кайфово. Вот это ошибка, вот дергание. Ну, он дергает газ, а отпускает. А заходить тоже на первый или на второй? На второй. На первый ты не вылезешь на лед. Нет, заходить в лед. А, на первый. И аккуратненько, да. Если перед вами открыто, аккуратненько спускайся с кромки льда, прям вот по чуть-чуть так раз. Махнулся аккуратно и пошел. То есть дуру не надо туда нырять. Люк закрыть надо только. Сейчас до нас доломают, блин. Второй нормально заходит.
Вадим, там тонкий лед, аккуратненько. Почует, кто поехал в Одессу. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.